армянские власти решили изолировать содержащихся в исправительных учреждениях воров в законе от остальных осужденных, поместив их в уголовно-исполнительное учреждение Ереван Кентрон, которое больше известно в народе как подвал КГБ. Об этом пишет армянское издание «Жаманак». Еще несколько криминальных авторитетов переведены в Уйугарис, Сюникская область. Таким образом, чиновники Минюста надеются ослабить влияние смотрящих над обычными арестантами и навести порядок в системе, отмечает газета. Спецоперацию по ужесточению условий содержания воров в законе возглавил начальник отдела специального назначения уголовно-исполнительной службы Левон Аветисян, известный в криминальных кругах по прозвищу Кадыров.